обращение к вам можно сделать? Представьтесь, подойти было бы неплохо, чтобы не нарушать правила дорожного движения. Как фамилия еще? Пучков. Пучков. Смотрите, Пучков, данное транспортное средство стоит с нарушением правил дорожного движения, а именно игнорирует требования знака 327. Остановка запрещена. Что у вас? Конус стоит. Конус стоит. А в пункте 3.1 ПДД что-нибудь есть про конус? Есть регламент 664, в котором указано, что я могу отступать, если это конус. Ну, с конусами, да? То есть правила дорожного движения противоречат регламенту, получается, так? Или что выше, это правила дорожного движения? Это юридические коллизии. Да. Но может это проще маяки включить, нет? Ну, это, к сожалению, не проще. Не проще? Сломались маяки? Нет, маяки работают, просто, понимаете, идет... Если я не могу включить на выключенном двигателе. Мне необходимо включать, получается, двигатель для того, чтобы... А что, аккумулятор слабый? Маяки. Нет, и будет тратиться бензин. Да. Понимаете? Но я же в движении не стою. Не, ну смотрите, можете вообще, в принципе, разойтись, продать машину и пойти домой. Это будет вообще экономичнее. Ну, по-всякому. Давайте все-таки пункт 3.1 ПДД хорошо, выполним, да и все. Чтобы на вас жалобу не писать. Зачем вам дисциплинарное взыскание? Я с вами вот. Вам же не нужны проблемы, правильно? Так что включите, да и все. Я... Уже уезжаете, да? Ну, да, вот сейчас правонарушение происходит. Как так? Включить на танкеточке кнопочку нажать или как там у вас система? 2 секунды, что понял. А? На кнопочке. На кнопочке, да, вот, ну я понял. Сказали бы напарнику, включили бы прямо сейчас, да и все. Напарник, включи нам. Он не слышит, видимо, надо ему повторить. Виталь, включи маяки, Виталь. Аллилуйя. Да мы гражданские активисты, граждане, да. Российской Федерации. Ну как называется? Называется. Или вы так, сами по себе? Мы сами по себе, граждане, да. Российской Федерации, все сами. Ну с вашей помощью, естественно, охраняете порядок вот. А, ну, посторонний пример, было бы неплохо, кстати, с правой частью убрать, это конус. Вот. Или как вам? Наоборот, ну, как это дополнительная наоборот. Безопасность. Ну а как же 12.33 статья КОАП, посторонний предмет на правой части? Ну, у вас же маяки есть для этого. Почему это посторонний предмет? Ну то есть это не посторонний предмет, нормально. Нет, все, да? Наоборот. Я уже замерз. Ну, указания не давали, да, я уже рука уже замерз. Слушай, как думаешь, конус посторонний приезд на правой части? Я думаю, да, потому что ведь у нас это чего конус, смотря? Это ваш конус? Конечно, личный. Ну как личный? Ну вот, я знаю, а вы ответьте мне. Ну я камеру даже убрал. Смотрите, это ваш личный конус, на нем нет инвестиционного пута, номера, короче, да, правильно? Потому что он как раз действительно ваш, за ваш счет купленный. И вам просто повезло, что... А, у тебя есть камера? Поэтому ответ уже поступает, да? А я не заметил. Что он ведет съемку. Ну, я понял. Скрытую, да? Скрытую, я просто не знаю. Ну, ты хоть бы сказали, что я не знаю. Ну, смотрите, должен же знак быть обезопасный, согласны? Вот человек едет, сплошная начинается, да? А он объехать не может, ну, то есть упирается в какой-то конус. Что, вернее, что это? У нас объезд препятствия есть, да? Я не помню номер. Ну, достаточно расстояние, чтобы... А, ну, смотрите, тогда если конус, сейчас будет ДТП, конус... вот, грубо говоря, человек сейчас собьет этот конус, кто да, будет виноват? Да, да, вот, если переехать его. А, вот, то есть он не убедился в безопасности маневра, да? Да. Ну почему? Ну как, если он собьет ДТП, у него же урона никакого не починит. Не, ну я не знаю. Чего взять? А если радиатор пробьет? Да не, ну если у него ДТП, да, не, подожди, да, ДТП да, это и будет урон. Бетон, мы говорим про ДТП именно, про ДТП. Если он был бы железобетонный... Вот, ну, знаете, а в чем разница? Ну то есть, если тут поставить железобетонный блок, ну вы поставите, это же вы поставили, вы поставите железобетонный блок. Видите? Да ну, если, ну, что, да, если бы, да, я еще железобетонный блок. Не, ну это же одинаково получается, если правильно? Я еще тут... Стационарный какой-нибудь пост с собой, палатка. Да, он у вас тут был, кстати, раньше. Зон я такой. Там, по-моему, где-то было. Ну, здесь не было, нет. Не было. Наверное, вы не слухали, надеюсь. Не, по-моему. Вон там будочка есть, но это не стационарный пост. А, это же на министерство еще у вас. Там может быть проходные, но... Да, 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 да. Там они... Там вообще нельзя было вдоль забора ходить, кстати. Я потом... Ну, вернее, ходить можно, а застаиваться там почти нельзя было. Были времена. Я тебе потом расскажу, почему еще. Ну, я знаю примерно.
Ну, может быть, я что-то говорю, да. Ну, вот вы исправились, вы молодец. Ну, вернее, не вы исправились, вы же не водитель, да? Не вы же нарушитель, Вова. Вы из какой организации? Мы из организации «Граждане России». Да, да. Один в один. Да? Ты тоже оттуда? А я не знал. Ну, я тоже с ней. А вы сами тоже? Я тоже с ней. А, ну, а вы сейчас несколько в ином статусе просто. Вы из организации «Должностные лица», да? Мы вас наделили как бы дополнительными и обязанностями, и правами. Спасибо. У вас это же оружие, наверное, есть, да? Да. Нет? Как без оружия, что ли? Есть, вон там. Даже шнур специальный, чтобы не украли. А у вас нет этого регистратора? Все, к сожалению. Да? А то я подумал просто у всех... А сейчас мы идем, ну, вот, видишь, граждане. Так надо... Знаком 327. Ничего дальше. Ничего. Ничего дальше. Ничего, все нормально. Все хорошо. Ну, конус, да, это вообще посторонний предмет, например, часть. Граждане, это граждане России. А это что, скрытно, что ли? Нет, мы не скрываемся. Хорошо, ну вот я приеду сюда, встану, выставлю конус. Все нормально? Вы ко мне не будете никаких претензий предъявлять? Ну, у вас же не распространяется. Лично мне? 64. Как-то? Ну, меня все время им гнобят. А как нам работать тогда? Вот как нам работать? Служить, во-первых. Вот, а не работать. Вот где нам встать, а лезть в проспект, если везде? Да с маяками, везде, с маяками. Да, везде. Вопросов нет, сейчас нарушений нет, с маяками, все. Вот так тоже нарушений нет. Хорошо, где сейчас есть вообще 20 тысяч рублей штраф за это. Да, посторонний предмет на дороге выставления. Да. Не, ну давайте мы попроверим, мы можем вызвать ППС. Пожалуйста. Вы не представляете, коллега. Всего доброго, до свидания. Думаю, пообщались. Мне кажется, вот вы позитивный человек, да. А вот старые закалки, он неисправим, мне кажется, да? А у вас... О, у вас советская монета, да, тут? Все, у меня там советская монета, и номер знака мешает, номер знака надо? Нет, две монеты, 50 копеечных, мне кажется. А на жезле нету? А советские, правда? Да, да, советские. Ой, я вам могу подогнать, у меня бутылочка такая. Это взятка будет, взятка. Лучше свистков подгонить. Свистков уже есть. У меня видите какой? А вы хотите одноразовые? Почему одноразовые? Ну, сегодня много. Сегодня, сейчас, завтра грязные уже. Ну, вы с нами не согласны, да, вот вы? Что нужно маяки? Я с вами не хочу дискутировать, ребята. Вы хотите с ним поговорить, идите вон на лавочку, посидите там, бомжей полно. А мы к нему пришли, может быть. Мы же не знаем, где вы живете. Поэтому для нас вы пока без определенного места жительства человек. Ну, вам спасибо, а ваш коллегу выговор. До свидания. До свидания. Я остановился, если причем на месте. Сейчас побежит. Это а только из-за того, чтобы от нас уйти, правильно? Все, сразу кошелек. Да. Сейчас нас прикроют, за то, что мы делаем. А вы что-то нарушили? Нет. А что вас остановили с нарушением, да? А, просто потрогать? Нельзя так делать на будущее, нельзя. Да. Вы не приучайте их. Ну, а это вообще без номеров? Без номеров, да. Ну, сейчас, наверное, ДКП, новая машина, судя по виду. Или не очень? Видите, новые? Но не новые. Ну, в смысле, это купленные, да, наверное. Да. Шерстянки? Да. Удачи вам, инспектора, не нарушайте.